Всем привет, дорогие друзья! С вами Битфинт, и мы продолжаем играть в игру «Гнев ангелов». Мы закончили с вами вот здесь, убив двоих пауков. Какие мерзкие создания. Кстати, вот видите, да, у нас меч, блин, как этот, как фонарик, освещает все. Так, что же нас внизу ждет-то такое? Что, где, кто? А, вот откуда они взялись, а? Так, а, на арбалет у нас нету патронов. Этих стрел. На пистолет его же нету. Замечательно. Ну, на пистолет у нас патроны восстанавливаются, то есть в этом, как алтарь называется. То на арбалет мы должны находить сами. Так, я немножко забыл опять, как удар делать. Ага, понял. Так, ну что тут у нас? О, блин, здоровые какие. Фу, как мерзко с ними играть, а? Так, тихо. Не буксуем. Да блин, они меня сейчас загасят просто. Тут двое, да? Ага, от них можно убежать? Можно, можно. Должен быть другой способ открыть ее. Да ты погоди, слушай, другой. Мне бы от этих тварей избавиться бы сейчас, а? Было бы вообще неплохо. Тихо, не кусайся. Кусается он еще. Стрелы, во-во, о чем я и говорил. Подбираем тут стрелы. Блин, уже половина жизни мне вынесли эти ублюдки. Так, ну чё, иди сюда. Мертвые пауки. Мертвые пауки, фу. Так, и чё открывается, блин? Открывается. Замечательно. Идем дальше. Так, вот на это я не подписывался уже. Давайте постреляем. Опа. Не попали, да? А, он сюда идет. Он хочет сюда. Смотри. Опа. Слушай, ты. Так, тут сохранение есть. Так, давайте не будем рисковать нашими драгоценными жизнями. Так, сохранимся или будем болтать? Давайте сохранимся сначала, а потом будем сюда. Посмотрим, сколько у нас душ. Сколько у нас собиралось уже. 83. Так, можно что-нибудь, наверное, себе притарить. Почему это? А, это у меня есть. Хорошо. 50. А, или 63. Непонятно, короче. Ну-ка. 83. Пламя. Так, что оно делает? А, мы уже не посмотрим. Так, сейчас еще раз
сохраним нашу позицию. Так, что-то я с этими ударами, блин. Не знаю, сколько я смогу выдержать эту вонь. Так, ладно. Хорошо, пойдем далее. Идем дальше. Дальше идем. Так, что это такое? Я уже, блин, забыл, что нам надо опять... большие твари. Надо арбалет, наверное, достать. На, получил. На, получил. На, получил. На, получил. Вон тот стоит, получил. Хороша. Хорошо пошла стрела. На, о, минус один. Давай. Минус два. Ты посмотри, что он делает, а. Так, по-моему, все закончилось. Да блин, как-то должен быстро использовать. Да, как-то использовать. Это что, еще здоровее? Охренеть! Египетская сила! Очешуеть просто! Ты видал это, а? Ёкарный бабуй! Просто охренеть здесь. У-у-у, мне жутко стало. Патронов еще этих нету, блин. Так, а ты можешь от него куда-нибудь запрыгнуть наверх, а? Пожалуйста, спрячь меня от этой твари. А-а-а, какой он большой, а? На чё? А, хорош. Мы его убьем? Нет, мне интересно. Походу нет. Блин, как его убивать-то? Охренеть, он здоровый! На, я тебя сейчас поджарю. Слушай, а вот это ничего такая штука. Хорошо работает. Так, мы там патроны, да, восстановили? Чё, не? Патроны там мы восстановили. Так, а вот на арбалет у нас ничего нету, да? Ну, давайте с пистолета его подрочим. На. О, охренеть, вот это вообще нечто. Что происходит? Так, вот сейчас только не надо тут никому появляться и вылазить. Что мы там взяли? Третья часть сердца. Во! Я забыл. Теперь в твоем распоряжении все три части. Единственное, что осталось сделать, победить хранителя. Кого? Хранителя ангела крови. Постой, разве ты не говорила, что эти сердца мне нужны для того, чтобы освободить моего брата? Да, конечно. Это часть нашего плана.
Ладно, хорошо. Помни, завершить обряд может только твой брат. Хорошо, я доверяю тебе. Ну, хорошо. А теперь пробуди ангела крови, собрав воедино части его сердца. Где? Прямо здесь? Нет. Я перенесу тебя в башню. Давай, давай. Только мне там подлечиться найди где. Отлично, третью часть сердца. Мы собрали, да? Хорошо. По-моему, мы уже к финалу близки. Никогда не думал, что я пройду эту игру. А как только ведь я ее скачал, как только все начиналось на древнем компьютере еще, я понятия не имел, что эта игра из себя представляет. Ведь я только дошел до скелетов. Так, это что? Его ударить можно, да. О, он сквозь текстуру провалил. Кто там? Вот это вообще не надо делать, а? Так, друзья. Луганы. Вы что такие редкие, дерзкие, зверские? Прощай, детство, пиздец. Походу, да. Меня сейчас они просто заточат. Вот к этому меня вообще судьба не готовила. Так, пробуем еще разок. Давай, я все запомню. Где эти барашки? Барабашки. Давай сюда. Опа. Слушай, ты подожди, что ты делаешь, а? Дай я от них куда-нибудь. Паскуды. Иди сюда. Ты что, не попадаешь в них? Вот дубина-то, а. Да, тихо. Валенок, потише. Во. Теперь-то я сейчас тебя... Вот так. Ох, как не нравится ему, смотри. И бегает туда-сюда. Бегает он. Я попадаю в него, не? Во, сейчас попал. Пистолет на них хреновенько действует, однако. Ну-ка, иди сюда. Стопэ. Карифан! Я застрял. Ну-ка, вылазь отсюда. Да что это такое? Что за баги в этой игре? Во! Отлично. Так, стоять. У нас нету патронов. Я не вижу ни хрена, вообще ни хрена. На. Сейчас я тебя работаю, скотина ты. О, хорош. Тихо, вот это вот здоровый парень. Здоровый. Крепыш, крепыш. Назад.
Блин, надо искать лечилочку-то срочно. Да сколько же вас тут, а? Убогие. Иди сюда. Ну бей ты. А, у тебя выносливость заканчивается, я забыл. Сука, опять заново. Давай. Погнали. Погнали, 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 погнали. Восстанавливаем, восстанавливаем, восстанавливаем. Хорошо, что он только это один. Давай, иди сюда. Сейчас я тебя катаю, а? Паскуда ты такая! Тихо, выносливо это кончилось. Догоняет! Так, там еще где-то... Вот это здоровое! Так потихонечку, помаленечко всем наваляем. Давай сюда иди ко мне, дружище. И там еще двое будут, блин. Иди сюда, друг. Иди сюда. Ох, как хорошо сразу демоном лупить-то, а? Так, сейчас восстановимся мы потихо. Чё, на улице солнышко начинает вылазить. Так, это и были, что ли, эти двое? Погоди. А, вот еще один здоровяк. Здоровый молот. Полезная штуковина. Где, где, где? Дай мне. Сейчас мы будем всех этим молотом-то лупанить. Так, ладно. Все это, конечно... О, тихо. Только, блин, походу на этот молот выносливость-то поболее надо. Дайте мне восстановить хп-шку, а? Ублюдочки. Отлично, можно позицию сохранить. Сохраняем позицию.
Да мне надо, блин, найти. Найти. Этот найти. Источник, чтобы жизни восстановить. А чё музыка-то играет? Я чё, никого не вижу, а музыка играет. Ну ладно, чё нам тут надо сделать? Книгу положить? Ну положи. Похоже, мне просто нужно выбрать нужную последовательность. Ну, попробуем вот так. В чем прикол, я не могу понять. Этому же должно быть какое-то объяснение логическое, да? Так, как тут инвентарь? Так, это третья и последняя часть сердца. Ну тут, короче, ничего нету такого. А каким рачком? А, вот, по древним текстам ты можешь различить красные символы. 4, 2, 3, 1. А где что? 4, 4, 2, 3, 1. Ой, господи. Как эту головоломку-то разгадать? 4. 4. Похоже на 4, да? Так, что там? 4, 1, 4, 2. А, 4, 2. А если по порядку? Ни хрена, да? А если в обратке? Блин, сколько ж дуплиться можно? Мне чего-то не хватает. 4, 2, 3, 1. А как? Четыре, два, три, один. Да? Не? Да блин, а что надо сделать-то? Так, я смотрю, тут есть факел у нас. Ну-ка, я не знаю. Он здесь, наверное, не нужен. Так, что надо делать-то, а? Хорошо. Подумаем логически. Так, 4, 2, 3, 1. Так. 4. Я даже не знаю, как это обозначается. О! Фу. А в чем прикол-то? Блин, я, короче, наугад тыкал. И что-то как-то получилось. Хм. Ну ладно. Хорошо. Идем дальше. Так, мне дадут источник.
Опять эти скелетошки. Замечательно. Нас опять... Так. Как я там собирал? Надо этот момент сейчас опять перезаписать будет. Хорошо, все, я понял. Похоже, мне просто нужно выбрать нужную так, последовательность. Вот эту я, по-моему. Потом вот эту. А, потом вот эту. А потом вот эту. Хорошо. Так, давайте перезапишемся. Отлично. Так. Там лучник уже. Ты чё, думаешь, сквозь дверь ты меня убьешь? Тихо. Вот так. Он же был тут только что. Что за мистика происходит? И где источник этот взять? Что же нас ожидает за этой дверью? Сохрани. Он меня просто своей колотушкой, своим скипетром по башке зарядил. Ты посмотри, а что творит. Его поразил. Источник. Отлично. Быстрее. Лечимся. Ух, как пронесло-то меня, а? Вот чуть. И все. И опять бы было бы все печально в этой жизни. А молот-то, оказывается, вообще тема. Что это было? А, это в блоке он так. А, еще от первого лица есть вид. Ни хрена себе, только сейчас об этом узнал. Так. Вот это другое дело. Теперь можно идти смело, как сказать. К
кто там опять? Ты сраный лучник. Опа, не попал. Упади. Еще кто-то хочет получить. Да вроде тишина. А, еще есть лучник. У тебя-то молот, я смотрю, побольше. Да пожестче. А, на тебя не действует эта шляпа. Так, тут что-то есть. Стрелы, отлично. Еще стрелы. Вообще замечательно. Сейчас мы в него постреляем. А что ты не стреляешь? Во, а. Так, хватит носиться, как угорелый. Дай мне мой молот. Рычаг. И что мы сделали? Что-то сделали. А, лифт. О, одновременно. Чё? А чё, булава скачет? Да. Лифт. Это ловушка. Ох, как я шустро, ловко справился с ними. Да, вы видели, да? Ну, об этом стоит задуматься. Как это я так? Вы спросите, как? На них не действует. Приятель. Ты смотри, что творит, да? Ты смотри, а, что творит? Меня сейчас опять грохнут. Так. Так вообще дело не пойдет. Не пойдет так дело. Так же начиналось все хорошо. Опа. Так, наверное, нам надо будет в демона превратить. Банса. Так, не стреляй там, стреляй. Я тебе сейчас стрельну. Да что за хрень такая? Вот так. Готов, котик. Готов. О жизни опять кот наплакал. Так. Давай мне булаву. Мы там весь источник под... Нет, еще не весь. Это хорошо, это радует. Ну подбирай ты. Инвалид грёбаный ты. Да не булаву подбирай, а в источник тыкай. Как много нам это дало? Я прям вообще
Я прям... Так, что надо сделать с этим лифтиком? Рычаг? А что, кувалды отличаются? Мне вот это больше нравится, так-то. Ха, лифт. Ага, подожди, вон он, только приехал. Во, я поторопился просто, и нас в лепешечку, в говняшечку. Спать охота. Отлично! Соберите меня отсюда! Так, подожди, друг, заберите. Источник бы нам туда. Ведь у нас опять дефицит с ХП. Ёшкин кот, ты кто такой, а? Это не тебя там называют стражем? Охренеть! Что за квакозябра такая? Да все, возвращайся назад, резчий дурень. Тихо. Охренеть, вот это вот скотинка здоровая. Так, без паники. Он меня сейчас просто одним ударом может вынести. Блин, я сюда не хочу идти. Вдруг еще один вылезет. На него вообще действует мой пистолетик сраный. Получай! 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 На! Блин! Не надо меня бить! Не надо. Да куда ты? Блин. Да ты когда-нибудь упадешь, а сдохнешь. Нету патронов. Патронов, нету патронов. Зато дубинки валяются. Побежали. А, блин. Это сейчас бегать от него опять. Так, где ты там? Чуйское чудовище. Иди сюда. Вот это броня. Это еще помощнее паука будет. Ну, которого гигантский тот самый. Хорошо, он хоть медленный еще. Он прям... Ха-ха-ха. Чё, ты за мной пойдёшь? Ещё как борода с косичками у него. Смотри-ка. Блин, не вижу ни хрена. Где он там? Иди сюда. Попал. Хорош. Хорош. На еще. Слушай, иди в пятно, а? Когда ты сдохнешь? Он прям не хочет умирать и все. Может тут что-то есть? Нычка какая? Не? Я как понял, сюда вообще не стоит заходить.
еще тебе. На. Сколько я в него уже зашмалял? Раз пять, наверное. Раз пять я превратился в него, в демона. Блин. Я не думаю, что это последний босс, конечно, но... Хотелось бы уже закончить на позитивной ноте эту игру. Быстрее превращайся, блин. На еще тебе огонька. На еще. На еще. И на еще. Так, сейчас подождем, короче, пока он восстановится. И попробуем демоном в рукопашку его помутузить. Блин, может ты свалишься отсюда? Не, не хочешь? Блин, что я сделал? От кренделя кусочка. О! Вот и готов, малец. Это страж был, что ли? О, блин, какие рыцари там большие стоят. Страшные. Я надеюсь, они не оживут и не пойдут. Что там происходит? Так, у тебя ничего нет. Подобрать нечего. Давай кувалду подберем. Пойдем, сходим. Так дверь открылась. Что за приколы в игре? Дверь открылась. Что, нам надо сюда что-то вознести? Что надо сделать? А, сердца расставить. Хорошо. На, даю тебе... Дарю тебе в дар части сердца. Так, а сюда белую, да? Хреновину поставить надо. Что ты делаешь? Это он должен был туда закинуть, по идее. Ну, допустим. Что-то мне... У меня предчувствие, что она нас дурит немножко. И мы будем с ней сражаться в конце. Может быть, не знаю, это мои предположения. Ты встал перед выбором, смертный. Сила ангела укрепит твой меч. Но ты также можешь передать ее моему слуге, и он станет тебе лучше служить. Вызови моего слугу, и сила перейдет к нему. Хрена себе мужик попал, да? О, у нас запас больше стал. А жизни нет ни хрена. Чё, можно выходить отсюда, да? Опа! Ты превосходно справился. Конечно. Все, я... хватит с меня. Но осталось найти еще два сердца. Это путешествие будет не из легких. Но ты довольно опасный противник, и поэтому... Опасный противник? О чем ты говоришь? Ой. Воин. Опасный воин, конечно. У нас очень мало времени. Давай же поторопимся. Ладно, что мне делать теперь? Я открою врата в другой мир. Давай, открывай уже быстрее.
Сердце ангела души ждет тебя. Остается надеяться, что следующий мир будет не таким жутким, как этот. Надежды твои тщетные, человек. Да, это еще два сердца надо найти. Это мы только-только чуть больше половины игры так прошли. Господи, что это за место? Смертный, ты находишься под храмом Бога, который принимает разные обличия. Он хозяин северного неба, суровый Сет. Сет? В глубине бесчисленных мириад залов спрятаны части сердца ангела души. Однако покой храма пристально охраняет множество острых глаз и бдительных умов. Кто же тут на этот раз? Единственный способ попасть туда — через погребальные покои. Там тела его слуг отправляются на вечный покой. Ну давай. Так, мне нужно найти еще одно сердце? Да, это необходимо. Но берегись. Смертный. Собрать части сердца будет нелегко. Не так, как в прошлый раз. Да мне и в прошлый раз нелегко. Ну да, а с чего ты решила, что в прошлый раз было легко? Доказательством этому служит мое знание грядущих событий. Вскоре ты по достоинству оценишь помощь демона, которого я тебе послала. Надеюсь, ты справишься с теми силами, которые будут противостоять тебе. Мне бы хотелось. Разумеется, не без моей помощи. И не без помощи моего раба. Но ты справишься. Если, конечно, проявишь хотя бы столько отваги, выдержки и смекалки, сколько проявил твой брат. А теперь иди же и докажи, что ты вправду достоин моего расположения. Хм. Вот коза-то какая хитрая, а? Вот коза-то какая хитрая, а? Вот коза-то такая хитрая, а? Так, кувшинки можно бить? Можно, только маленькие, да? А вот эти сундучки? Так, игра у нас сохранилась, нет? Кто знает? Кто мне подскажет? Так что, куда идти? Вот эта дверь. А, зомбики. До свидания. ребята, это мумии вообще. Погоди. Я сейчас через дверь уничтожу. Нет. Убегает, убегает. Смотри, он испугался меня. Не, это уже, конечно, ни в какие рамки не лезет. Мумии, блин, еще. Еще мумии нам не хватало. Начиналось все с зомби. Скелеты, рыцари, пауки, потом непонятная какая-то хренотень. А теперь еще и мумии. Чего нам еще ждать дальше? Я вообще в шоке от этой игры. Я просто вообще прям... Ну а теперь что? Мумии? Да, чувак, мумии. Мумиям два раза надо впердолить с арбалета. Так, что тут лежит? Похоже, кто-то обронил тут артефакт. Золотой анг. Анг. О! Вот это классно. О, и сохранение. Так, если сохранение у нас тут имеется, давайте на этом нашу серию закончим. С вами был Битфинт. Жалко Битфинта, да? Жалко меня, наверное. Такой гнев ангелов на меня прокинулся. Брат еще какой-то, блин, достал. Вот доставай же мне
нашему главному герою такое. Ладно, до свидания, дорогие друзья. Пока-пока.